Как вы познакомились? На дискотеке познакомились. Ну, он пригласил меня на медленный танец и понеслось. Это было романтично, романтично. Потом мы ходили гулять, с ним встречались, обошли весь город. А как он ухаживает, дарит цветы? Расскажи. Ну, по кафешкам, по ресторанам ходили, а так что... Да вы прям как по ресторанам, да. Ну какие вы, а? Клёвые. Очень весело. У нас была внутренняя какая-то вот... обмен флюидами, что ли. Гуляли. Ничего сверхъестественного, все как у всех нормальных людей. Ну, далеко мы ездили в Волгоград. Волгоград, а что там было? Ну, тоже гуляли. Просто гуляли по городу? Просто гуляли по городу, да. Самый мой лучший, любимый подарок – это мой кот. Ага, я поняла. Не будем этим. Кот, он, в общем, я была в этот момент в университете в Москве. Вот, он купил котеночка маленького, это была зима, холод страшенный. Вот он его себе в дубленку положил, он там мявкает, звонит мне. Этот мяу-мяу, вот эти этот голосок, у меня кот. Ты рассказывай. Вот, забежала, запищала, вся аудитория во время лекции это все дело слышала. А тебя там не выгнали? Нет, но я же вышла из аудитории. Ну, короче говоря, ты вышла, но там все равно все твои визги были слышны. Да, визги были слышны. Вау вообще. Прям вау? Да. Сильно визжала? Очень сильно. Я примерно дня через три приехала домой и увидела вот этот вот комочек маленький. Так здорово, это был самый приятный вообще сюрприз. Хорошо, какой она тебе делала самый такой необычный подарок? Это у нее спрашивают. Да? Ну, а что ты для себя считаешь самая такая? Она для меня подарок. А, я ему подарила сборный самолет, по-моему. Или это было на день рождения? На день рождения я ему подарила самолет, модель, копия Ан-26, точная, только в уменьшенном виде. Да, мы его собрали вместе, раскрасили. Как он сделал предложение, очень искренне, естественно и без всякого пафоса и наигранных вот этих вот сцен. Все было обычно, без ресторанов, без кафе, без цветов, просто все было неожиданно, это было самое главное в этом всем. Просто, ну ты выйдешь за меня. Ну это где-то было? Дома мы валялись на кровати. Прилегли отдохнуть. Вернее, Женя прилегла отдохнуть. Просто отдыхали, он такой, ну что, ты бы вышел вот за меня замуж? Ну, в этот момент я ее как раз и достал в расслабо. Я говорю, хватит уже шутить, хватит уже, отстань от меня. Он такой, Жень, ну я серьезно, ты выйдешь за меня? И с кольцом, я такая, все, обнимашки, целовашки. Ну там, конечно, предыстория еще была очень смешная, я не буду. Что ждешь от сегодняшнего дня? Я жду веселья какого-то, счастья, незабываемых каких-то моментов. Эта жизнь только начинается после этого. Главное, чтобы этот день прошел весело, чтобы я не была в таком напряжении, знаешь, чтобы все прошло гладко. Без всяких накладок, правда, такого не бывает, но главное драйв, веселье, позитив, чтобы всем было хорошо, не только нам, с Димой, чтобы все получили удовольствие от этого дня по максимуму. Ты готова? Конечно, готова. Я всегда готова.
И вас есть деньги. Да. Dreams come true.